наконец-то мы выдвигаемся в замечательное путешествие. Выехали, ну, на полчаса позже, чем собирались, но батя, мы часа. Да, меня выключило еще и как, ну, блин, надо же спать, потому что до сих пор мысли путаются, подниматься в 4 утра и куда-то двигаться, когда ты до этого спал 2,5 часа, это очень-очень тяжело. Ребята уже фоткаются. Да, супер. Типа ты летаешь такой. Фонец. Сейчас крутую табличку надо записать, и вообще будет круто. И все. За что я запишу? Вечно молодой, вечно пьяный. Что для меня эта поездка? Это друзья, это время, это расстояние, новый опыт, новые люди, новая культура, новая страна, новое море. У меня все просто. Свалить из скучного Киева, прокатиться с друзьями, да, ощутить все тяготы длинного путешествия на машине, но наконец-то в конце увидеть Балтийское море и искупаться в нем. Что еще нужно? Поездка это не главное. Главное это момент, который я ощущаю здесь и сейчас. В нем заключаются разные эмоции и переживания. От счастья и радости до разочарования и боли. Это и есть жизнь. А поездка мне дает эту жизнь. Василий, ты оператор оператора. В общем, вот такой номер. Здесь есть странная маленькая дверь. Отжигайте код.
Ого, там кто-то стучит. Добрый день. Привет. Так и живем. Так мы едем среди ночи. На часах 4 утра, 07 минут. Может, Валёва заедем, нет? Нет. Европка! Вот вам реклама ЛГБТ-сообществ. Да, Сергей? Ты согласен? Это хорошо? Ты ближче, блядь, курва! Покажи знак! Что знак? 30, вот еду 30. Вот. Я пешком, может, рядом пойду. 30. У меня машина не может ехать ровно 30. Так, конец знака 30. Конец знака. Сейчас будет 40. Сейчас навалим, пацаны. Сейчас навалим. Да, до 40 разгоняемся. Наваливаем. Летим, бля. Летим. А ты что скажешь? Это какое-то тупорылое безумие. Почему, блядь, нету дорог, которые не ведут в эти сраные колхозы, в которых надо ехать 25 километров в час, блядь? Сейчас, или... я вижу, там большая прям... Мы близимся. 40. ДВ 40. Снижай до 40. По-моему, я на полкилометра превысил. О-о-о. Блин, я на какой-то хрен записываю вертикальное видео с Васей и пипец. В общем, это не Польша, это ужас какой-то. Мы проехали уже пол страны и негде пожрать. Единственное место, которое мы нашли, это вот оно, покажи, пожалуйста. И он, зараза, закрыт, жрать нечего. И был только супермаркет, в котором мне продали шоколадку, которую я не собирался покупать. И я не могу нигде поесть. Что я купил крендели, съел крендели. Нет, я тоже съел пончик, но, блин, я не хочу пончик, я хочу нормально позавтракать. Уже время завтрака. А как тебе скорость передвижения? А скорость передвижения — это отдельный вопрос. Мы едем как гребаные черепахи, и зачем такая езда, как они вообще здесь живут, я не понимаю. Ты никуда не можешь приехать. Велосипед я до 40 разгонял. Негодование. Вот. Видишь, кто идет? Нигде? Надо ехать дальше. Я думал, ты завалил кого-то, оленя, например. Олень, иди сюда. Вот он, нарушитель закона. Диверсант. А за что? Мы не скажем. Я еду 50. Мне кажется, это слишком. Навозы падают. Стой, стой. И Бодя идет, чекай. Стоит гробовозка.
общем, мы идем разыскивать пиццерию по Сувалкам. Третий день. Пройдено больше 1000 километров. Все достаточно устали, приятно устали. Но мы понимаем, что это еще даже не половина пути. Еще ехать и ехать. Впечатления обалденные. Красота невероятная. Опыт уникальный. Едем дальше. Вчера был тяжелый день, а сегодня холодно, ветрено и очень туманно. Но не так туманно, как наше будущее. Фух, ну, хочется сказать несколько слов о дне вчерашнем. Мы провели в машине и около нее в пределах 14 часов, устали очень, и говорить уже вчера ничего не хотелось. По итогам прошлого дня мы проехали большую часть Польши, добрались до городка Сувалки. Кстати, очень миленькое место, там весьма симпатично, очень понравилось. И сегодня даже нам удалось немножко выспаться чуть больше. Мы встали поздно, в 5 утра. Правда, ложились еще разок на 10 минут доспать. И это очень классно. Сегодня я чувствую себя офигеть каким бодрым. Особенно благодаря тому, что какого-то черта наступила осень. Здесь холодище, мы стоим, нас сдувает просто. Но все равно классно, бодро. Мы собираемся ехать дальше. Литва ждет нас. Посмотрим, какая она. В Литве никто из нас никогда не был. И это будет очень и очень интересно увидеть. Вот самый момент. Да, интересно, кстати, какой у них пропускной пункт. Опа, опа, это я не буду палиться. Боже, неужели в елках будет просто ничего? Вот значок евро. Она. Литувос Република, еее! Вот так легко и просто мы в Литве, бац, и проехали. Ничего не было, просто значок Литва и Литва. Снова мы снимаем видео. В общем, мы находимся на улице. Слушай, какой у нас это город? Каунас. Каунас. О, мурандишка. Я своим пацанам покажу. Вот так мы идем по литовскому подземному переходу. Мы в Каунасе. Да, здесь красиво расписали. Это даже можно воспринимать не как граффити, а как искусство. Очень современное искусство. Там страшный паук. Вот такая вот фигня постигла нас в Каунасе. Крутим свечи. Развалился провод 4-го. Цилиндра, работу это не сильно влияет, сейчас поедем. Он машет, заезжает. Так, мы на пароме плывем в Ниду. Я сюда не доеду, не то что поплыву. Но тем не менее, мы плывем. И плывем бодро. Мы на косе. Мы на косе.
На косе, на косе. А те, кто не в курсе? Мы едем в Калининград. Нет, правда, не до конца, но в ту сторону. Ну почти, да, почти до него. Жизнь, я люблю тебя! На море, на Балтийском я! Говно какое-то. Ты врил, Америка будет, ты козел. Америка. Да нет, это просто отец. Это Америка. Так, мы идем по улице Паланги. Здесь такие, видим, типичные образцы литовской архитектуры, да. А бордюры как сделаны, вот, неплохо. Естественно, этот дренаж с щебенкой. Смотрим, есть клумбы, цветы посажены. Двери, ну, двери обычные пластиковые, они портят архитектуру, конечно же. Василий, что ты думаешь? Я думаю, что ты включил, знаешь кого? Ты знаешь кого? Я знаю кого. Елочка. Елочка тебе нравится? Елочка. Елочка тут. Елочка мне нравится. Елочка мне... Дай позвонить сюда. Ля-ля-ля, бежит. Это самое холодное море в моей жизни. Их, конечно, не так много было. Азовское, Черное и вот теперь Балтийское. Вот оно. Оно пипец какое холодное. И вообще воздух сейчас 14 градусов. Нифига не тепло. Мы по городам ходили в пайте и куртке. А здесь загораем и купаемся. Никакой текст не сможет передать то, что пришлось ощутить за эти дни, пройти за эти дни, узнать за эти дни, увидеть и получить от этого огромное удовольствие. Это невероятно, это настолько спонтанно, это настолько круто, сильно, мощно, как Балтийское море, да, вот, кстати, оно. Это новый опыт, новые впечатления. Новые знания. Это невероятно, это очень круто. Путешествуйте, отдыхайте, любите жизнь и делайте то, что вы любите. Сейчас мы в Клайпеде на диком пляже. И это Балтийское море, третье море в моей жизни. Сперва было Азовское, на котором я родился, потом Черное в Крыму. И вот сейчас мы здесь. Это самое холодное море. Я, наверное, вообще в такой холодной воде еще никогда не купался. Про саму Клайпеду могу сказать, что милый городок, хотя и ничем особенным не впечатляет. Намного более крутой оказалась Паланга. Вот там этот американский стиль, эти домики, таунхаусы, блин, так смотришь и хочется там жить. Хотя на 100% не уверен, может ли это быть место коммерчески эффективным, хорошо ли там на самом деле, но как туристу было побывать очень круто. Иногда мы забываем и не видим главное, насколько разнообразна и чудесна жизнь. Мы утопаем в повседневной суете и не замечаем, да и вовсе упускаем моменты, эмоции, чувства и красоту нашего бренного мира, в котором мы пребываем.
Даже самые маленькие путешествия нам открывают глаза, и наш огонь внутри снова разгорается. Данная поездка мне напомнила об этом всем и сказала: живи, познавай и не забывай самое главное. Жизнь, ты прекрасна. Это кола лайм. Я вообще не хотел записывать это видео, я хотел ее сфотографировать. Но у меня получилось видео. Поэтому знаете, существует кола лайм. Ну что, все хорошее когда-нибудь заканчивается, время нам валить, начинать обратно. В общем, кто у нас? Мы тут Клайпеда 4, с хреном утра, почти 5. Мы собираемся ехать в Киев. Осталось только дождаться Василия, который почему-то собирается очень-очень долго. Что ты думаешь? Я не думаю. И вот мы покидаем Клайпеду. Здесь было прикольно. Особенно в Ниде и Паланге, которая нифига не Клайпеда. Но, тем не менее, едем обратно.